Медитация. Исцеление нервной системы. 95% болезней происходят из сбоя в работе нервной системы. Население человечества страдает от головной боли, головокружения, дисфункции пищеварения и другого рода так называемых заболеваний, большинство из которых возникает из-за неправильной работы нервной системы. Экология, образ жизни, городская суета и большое напряжение мыслительного процесса приводят к тому, что нервная система становится очень слабой и не готовой справиться со многими стрессами. С помощью этой медитации удивительным образом ваша нервная система исцелится и наполнится сияющим светом Творца. Прежде чем выполнять медитацию, хочу напомнить вам, что помимо медитации и прослушивания музыки, вам необходимо поддерживать состояние здоровья другими методами, такими как здоровое питание, приближенное к естественному со свежими овощами и фруктами, занятия физическими упражнениями, режим дня, балансирование отдыха и труда, минимальное проведение времени за компьютером, это те моменты, которые помогут вам поддерживать нервную систему в балансе и быть здоровым и счастливым человеком. Найдите место, где вас никто не потревожит. Закройте глаза. Примите удобное положение. Постарайтесь отпускать ваши мысли. Порой они настолько тревожны, что вызывают дискомфорт в голове и во всем теле. Старайтесь не обращать внимания на конкретику этих мыслей. О чем они, о ком? Почувствуйте голову, постарайтесь расслабить. Весь ваш мозг расслабляется. Голова становится легкой, опустошенной. Любые страхи и мысли растворяются и исчезают. И не важно, какого рода информация хранится в вашей памяти. Потому что сейчас, в этот момент, мысли и страхи исчезают.
независимо ни от чего. Просто потому, что волна вибраций высокой частоты пронизывает ваше сознание. И ни одна мысль, кроме позитивной, не может удержаться в вашей голове. Почувствуйте, как по вашему лбу растекается приятное тепло расслабления. Словно кто-то мягко проводит ладонью, согревая ваш лоб. Тепло проходит по вискам. Ваше лицо расслабляется, и все напряжения исчезают. Ваша шея и горло. Напряжение исчезает. Почувствуйте, все, что вас сковывало, исчезает. И вы свободны. И ваша шея легкая и расслаблена. Почувствуйте плечи. Пускай тяжесть и груз ответственности растворится с плечи прямо сейчас. Тепло катится по плечам и спускается на руки, расслабляя их. За все годы вашего труда ваши руки прямо сейчас получают заслуженный отдых. Мягкое тепло, пробегающее до ладони и кончиков пальцев, создает приятное ощущение тепла и наполненности. Сделайте вдох. И почувствуйте, как с выдохом опускается грудная клетка и растворяются все напряжения и тревоги. Дыхание становится ровным и чистым. Пускай все напряжение исчезает с каждым выдохом. Чувствуйте свой живот, все внутренние органы, желудок, печень, селезенка, почки, мочевой пузырь, весь кишечник заполнен приятным теплом. Все напряжения уходят,
растворяются. Почувствуйте позвоночник. Представьте, как по позвоночнику пробегает приятная волна тепла. Все напряжения, все, что крепится и сдавливает позвоночник, прямо сейчас рушится с него в пропасть. Исчезает. Позвоночник освобождается. Он становится гибким, ровным, крепким. Почувствуйте свои бедра. Они расслабляются, и их окутывает приятное тепло. Ощутите ноги. До кончиков пальцев пробегает волна расслабления. Ноги становятся теплыми, тяжелыми. А теперь ощутите все свое тело целостно. Представьте, как с каждой минуты тело погружается все в большее расслабление. Все дискомфортные ощущения исчезают. Словно невидимая сила освобождает ваше тело от оков и препятствий. И прямо сейчас ангел присутствия поможет исцелить ваше тело. Ангел небесных сфер исцелит и поможет вам гармонизировать ваш контакт с источником. Ангел присутствия выглядит как жидкая субстанция, похожая на энергетический вихрь нежно-голубого цвета. Вы чувствуете, как целительное существо рядом с вашим телом открывает канал света. Который вливается через макушку вашей головы и устремляется через все тело. Заземляя энергию исцеления через ваши стопы. И вы чувствуете, как неожиданный приятный покой окутывает ваше тело, и вы находитесь словно в состоянии младенца. Когда весь мир заботится о вас так, словно вы драгоценное существо, и вы
таковым и являетесь. Вы воистину ценное существо на этой планете. Источник любит вас. Источник света заботится о вас. Ваш источник света течет через вас. Ваше Высшее Я ждет вашего воссоединения с Ним. И прямо сейчас представьте белый свет, который искрится хрустальным сиянием и перламутровыми потоками пронизывает ваше тело и исцеляет вашу нервную систему. Этот свет способен восстановить все нервные окончания, все нервные клетки и полностью восстановить ваше тело. Чудеса исцеления происходят прямо здесь, прямо сейчас. Примите благословенный поток света, испускающийся на вас из небесных сфер, чтобы исцелить вашу душу и тело. Поток искрящегося белого света наполняет клеточка за клеткой ваше физическое тело. Ваши мысли, вашу ауру. Вы начинаете светиться. Свечение становится все шире и шире. И вот уже свечение настолько большое, что оно заполняет комнату, в которой вы находитесь. И от этого у вас возникает ощущение покоя, радости и гармонии. Это так невероятно ощущать этот белоснежный свет, который укутывает ваше тело и ангел присутствия помогает вам сохранять это состояние. Вы чувствуете, как все ваши нервные клетки в теле успокаиваются и меняют свою структуру. Представьте, что каждая клетка в вашем теле – это маленький цветок. Который от светящегося света начинает раскрываться и источать невероятный аромат. Излучая нежность и свободу вокруг вашего тела, вы становитесь похожим на сад из цветов. Какое удивительное чудо! Каждая клетка — это цветок, источающий аромат. И все ваше физическое тело бесконечно волшебный сад. Только представьте, как вы прекрасны. Вы
светитесь божественным светом Творца, который посылает вам космическую энергию, потому что любит вас. Пусть сотрется ваша негативная память, и неважно, каким было ваше прошлое в отношении любви, потому что сейчас любовь приходит к вам из источника света, искренне и чистая. Это любовь вашего источника. И он любит вас и оберегает вас. И это удивительное чудо осознавать, что великая сила света заботится о вас. Что великая сила света окутывает ваше тело, и вы с благодарностью сияете, излучая аромат цветов. Сейчас пришло время вспомнить, что тело ваше и душа ваша и свет. Осознавая это, вы впускаете хрустальное свечение в ваше сердце и позволяете нервной системе полностью восстанавливаться. И вы чувствуете, как клеточки вибрируют и дрожат, словно бутоны роз на ветру. Удивительное трепетное чувство, не похожее ни на что в вашей жизни, пронизывает сейчас все ваше тело. И это то, что искала ваша душа. Сиюминутное исцеление. Это большой подарок небес. Это благость и любовь. Это искрящаяся волна света, нежная и приятная, сильная и заботливая. Это ваш источник. Вы можете всегда пребывать в этом состоянии. Куда бы вы ни отправились, вы можете просить свет окутывать вас. И чем больше вы будете вспоминать, что свет — это ваш дом, тем больше вы будете в нем находиться. И наступит день, когда вы навсегда останетесь в потоке света и будете ощущать свое тело исцеленным, здоровым, гибким и подвижным. По мере того, как исцеляется ваша нервная система, вы начинаете молодеть. Ваши мысли становятся позитивными, радостными и наивными, словно у ребенка. Ваша реальность становится красочной. Цвета кажутся более яркими, и вы обращаете внимание на более позитивные вещи. Ведь ваша нервная система исцелена, а значит, ваши мысли исцелены. Просто приятной волной исцеления космической энергии ваши клетки вибрируют в новом танце, новой музыке. Новая частота клеток прямо сейчас приветствует вас. И вам кажется, что вы находитесь буквально в новом теле. Это ваша обновленная структура. Энергии влияют на материю. Это удивительно.
позвольте своему мозгу и логическому мышлению остаться в стороне, потому что вибрации воздействуют на материю, и материя видоизменяется. Поэтому прямо сейчас ваше тело, ваша нервная система удивительным образом исцелена. Это чудо. Волна искрящейся энергии до сих пор пронизывает вас. Принимайте каждый луч света, перламутровое сияние, которое искрится прямо перед вами. Заворачивает ваше тело и ускоряет свой ход. Энергия вращается все больше и больше, защищая вас и обновляя. Почувствуйте, как на клеточном уровне вы ощущаете и осознаете себя. Вы осознаете, что энергия бесконечна, что она не заканчивается, что источник все время исцеляет вас. Энергия всегда присутствует в вашем поле и охраняет вас и вашу ауру. Прямо сейчас вы посвящаетесь в защитное поле света. Вы чувствуете, как у вас появляется свой контакт со своим источником и со своим энергетическим светящимся полем. Прямо сейчас вы погружены в самое уютное состояние, которое можно найти. Это ваше родное состояние. Баланс, 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 баланс. Гармония, 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 гармония. Свет, 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 свет. Любовь, 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 любовь. Исцеление. Исцеление, исцеление, исцеление. Уют, 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 уют. Изобилие, 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 изобилие. Благо, 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 благо. Это все находится в вашем поле прямо сейчас. Пронизывает ваше сознание, подсознание, пропитывая каждую клетку вашего мозга и тела этой информацией, которая вибрирует с самой благостной частотой вибраций, напоминая вам, что вы счастливое существо и пришедшее из себя. Ангел присутствия, как некая голубая субстанция, возвращается в небесные сферы. Ведь теперь его миссия выполнена, и ваше тело находится в контакте со своим источником. Ваше поле полностью сбалансировано. Представьте, как вокруг вас красивая светящаяся оболочка расширяется все больше и больше и доходит до определенных границ. Это и будет ваша защитная оболочка. Вы будете дышать в этой оболочке, зная, что этот свет входит, выходит.
и он бесконечен. Он всегда вокруг вас, куда бы вы ни шли и что бы вы ни делали. Сделайте вдох и представьте, как в ваши ноздри проникает струящаяся энергия света, которая переливается искрами. И вы вдыхаете эту красоту. И вы чувствуете тотальное исцеление на глубинном уровне. И самое главное, небесные сферы призывают вас поддерживать это состояние, независимо от того, находитесь вы в медитации или находитесь в обществе. Куда бы вы ни шли, сохраняйте контакт со своим источником и вдыхайте искрящийся свет. Чаще обращайте внимание на свое дыхание. Прислушивайтесь к своим ощущениям. Помните о том, что свет всегда с вами. Эта энергия бесконечна. Она доступна вашей душе. Ваша нервная система прямо сейчас обновлена и играет новой невероятной мелодией. Позже поет ваша душа освобождение, а ваше тело будет полностью гармоничным и здоровым. Благости вам в вашу реальность, баланс и счастье. И символ небесных сфер – это хрустальная голубая звезда. Если вы захотите возобновить состояние радости, просто представьте искрящуюся голубую звезду. Соединяйтесь со своим источником и будьте счастливы. Ваши нервные клетки восстановлены.